Глава 14 книги Иова. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник, дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок, и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих. Ибо тогда ты исчислил бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лицо и отсылаешь его. Чести ли дети его, он не знает, унижены ли, он не замечает, но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает».